Всем доброе утро. Доброе утро на базе. Сейчас я камеру поставлю. Все, посадили Макса? Посадили. Сказал, не хочу чай, хочу сок. Модный перец. У нас кофе. Кофе. Латте 3 в 1. Так, ну что? Утро, все хорошо. Там вот солнце пытается пробиться через облака. Вид красивый. Да, вид красивый. У солнца есть такие шансы пробиться. Вот такой вот вид из окна тут у нас. Сейчас пойдем на ферму. Да, тут где-то ферма есть, туда вниз сказали, спуститься надо. Сейчас пойдем смотреть на ферму. Пока завтракаем. На ферму собрались. Пусть он садится тоже, вместе с горки поедете. А, вон мама нас догоняет. Татьяна идет, рассуждает, как хорошо, да? Куда разогналась? Ну дети что, дети едут на снегокате. Хорошо. Нормально. Хорошо, но сейчас, наверное, все под 20 утра. Не знаю, сколько градусов лежит. Ну. Давайте. Что, едем? Готовы? Раз, два, три. Вот в горку потом подниматься будет. Да, вниз-то вон их толкнуло, они уехали. Идешь до них. Солнце не может пробиться, облака пришли. С утра не было облаков. Хорошо было. Слушай, сейчас хорошо. С утра я думал, он сейчас вылезет, он маленько оставался, и потом облака его догнали. Ты думал, это шины навалены? Нет, это бараны. Там кабанчики, слушайте. Садись, Максим, на снегокат, папа тебя довезет. Садись, я тебя довезу. Ой, Макс. Смотри, сколько баранов. Смотри, смотри. И лошадка вон, смотри, запряженная стоит. Надо бы спросить, может, они нас довезут назад на лошадке. Это не барашки, это все кабаны. Ого. Вот это да. Привет, кабанчики. Они в шерсти, ребята. Шерстяные поросята. Привет. Вот это кабаны. Гигантские кабаны, а маленькие поросята. Или кабанята. Маленькие, ну кабанчики маленькие. Ух, там какой огромный, вон тут вон. Вообще огромный. Реально таких не захочешь в природе встретить. Вот так вот. Максим, иди смотри, тут кабаны какие. Иди скорее к нам. О, кабанчик, привет. Сейчас он его выкинет нафиг. Ага, выкинул. Максим, смотри, кабаны. Эту еду. Нет, я вот отсюда. Отсюда? Они вон. А вот так интереснее, когда тебя человек кормит, да? Целый моток стоит. Ну, Вика, ты дай, не надо это. Ты боишься? Ты же издалека. Нет, не боюсь. Отпусти, папа. Пока. Еще одну. Дайте Максиму. На, Максим, веточку. Вот, не, вот они эту. Такую я проверял, они что-то не такую вот не хотят такую, есть. Дай веточку. Нет, это большая. Белая на, вот косточка. Такую дай. Нет, косточка. Они такую ну, кушают. Ну пусть такую дают. Они такую не кушают. Папа проверял, голодный? Ему интересно. Черный сейчас голодный. Голодный? Козочки. Белый, белый. Белый, я сказал, кушай. Кушай. Привет, беленький. Ты хорошенький. Или хорошенькая. Ой, не нет, видно отсюда. Белый, это черный. Смотри, он кушает. Ага. Максим, ну, нет. Я проверял, говорю, они не хотят есть ветку. Ну, вот травку едят. Ой, отбирай. Причем мы травку у них же взяли. Вон моток этой травы стоит. Дай, да? Ну, дети хоть животных покормят, слушай. Потом пойдем лошадок смотреть, еще зубры есть. Ничего себе, тут ферма у них. Кабанов столько. Ты же любишь травку. Не ты. Белая. Белая. Ой, она стоит. Есть еда? Еще есть зубры? Эй, привет, опасные животные.
Ну как сказать зоопарк? Это все-таки ферма. Ферма это не то же самое, что зоопарк. Нет, в том плане, что у них цели разные. Кива огромные зубры, а? Кива огромные. Эй, дружок. Привет. Привет. Вот это голова. Вот это голова, так голова. Но просторы у них тут большие. Смотри, он пытается прокусить эту. Ага. Пошлите. Пойдемте, холодно. Надо узнавать лошадку. Идите с папой узнавайте, мы вас догоним. Давай, пошли, Вика. Садись, Максим, мы будем Вику догонять. Вика, пошли. Лошадка какая. Сколько стоит прокатиться? 100 рублей с человека. 100 рублей с человека? Маленькие человеки все считаются? Без разницы, это как бы не моя инициатива, решает все это начальство. Ага. Что там у него намерзло, да? Ну, конечно. Там уже плохо ходить. Ага. А это... Вот. Оплатить наличными или можно на перевод сделать? Без разницы. Без разницы, да? Можно переводом, можно наличным. Ну, давайте переводом сделаем. А вы нас, получается, там потом наверху, да, высадите? Ну, вообще я должен вас, по идее, высадить тут нанизу опять. Нет, у нас наверху. Я вас должен наверх или вниз. Либо, да, я, либо... Короче, давайте я вас увезу наверх, потом вниз и опять наверх. Давайте. По 150 выкидываетесь, человек. Ух, по хвост. Ну, потому что иначе. Мне трубки за вами делают. Вставай. Так, а мы все сюда влезем? Влезем. Пока, собачка, пока. Ой, держите, слушайте, я думал. Медленнее едем. Мы едем. Пусть никакая за нами едет. Экспресс доставка надо. Хорошо? Сейчас вот дома. Такое солнце вылезло, да, Макс? Он почему-то решил зубы еще раз почистить, но мы не против, что? Зубы никогда не лишние чистить. Все? Покажи, Макс, как ты со своей тенью развлекался там? Не, он уже... Привет! Это батарейка. Вик, не прыгай. Не прыгай на диване, Вика. Батарейку. О, солнце какое. Батарейку. Сейчас. О, там лошадь стоит. Поехали. Лошадь еще стоит? Батарейку. Нет, она едет. Она уже проехала. Иди батарейку. Да я возьму сейчас, возьму батарейку. Так что смотрите мои сторисы. Сейчас будут фоточки, видео. Ну, они в момент выхода этого видео уже прошли. Не, ну да, но я так, на всякий случай. Вдруг что-то думаю. Батарейку. Давай батарейку, давай, давай. А то ты не успокоишься с батарейкой. Дайте ее. Батарейку. Открыть надо? Поверь. А, я думал, ты ее отдавай, отдаешь. Газовая плита. Нет у них этого. Микроволновки. Поэтому мы вчерашние шашлычки вот маленечко водички добавили на сковородочку. Сейчас подогреем мяско, чтобы тепленькое было. Масла не было. Так бы знали, что нет в микроволновке. Взяли бы с собой масло растительное. Ну ничего. Мясо, оно и есть мясо. Сейчас... согреется. Таня, он сторисы бомбит. Без остановки. Так, ну все, садимся. Садимся кушать. Мяско с овощами. Собственно так. А сосиску тогда? Сосиски мы съели. Бабуся. Ага. Вот тут Макс бежит навстречу, а потом его оттуда тащишь. Встречатель. Вика, он уехал далеко на ледянке. Бум. Сейчас Таньку фоткал.
Таньку свою. Таньку блогера. Как она с горки катается. Я хочу сходить вон до той этой, заглянуть, посмотреть, как она там выглядит. Беседка. Ну, может, она открыта. Пойду схожу. Давай, Викуль, я тебя снимать буду. О, смотри, смотри, поехала, не испугалась. Виктория, да. Скоростная. Во, вот это скорость, так скорость. Вау, снегом засыпала, да? А, снегом засыпала. Привет, привет. Макс, ты подрабатываешь, тут снег убираешь, да? На меня? Ну давай на меня. Сейчас мама с Викой вместе поедут. Вон, готовятся. Давайте. Пошли на замерзшее озеро. Там ступеньки, если что. Ага. Давай. Сила, да? Такое. Беседка вон над озером. Озеро. Но там реально можно на коньках кататься, его чистят. О, Макс, чистишь? Дети решили почистить. Иди, помоги ему понять. Везде помощник. Сейчас вот. Давай, чисти снег. Молодец. Ты, правда, не сильно чистишь, но все равно молодец. Вика, он чистит. Давай почистим. Тебе это какой-то узор рисуешь? Узор рисуешь какой-то, нет? Ну да. Ты посмотри, ты, а? Вот все, что у Вики. Сначала эту отобрал, теперь лопату. Дай. Держи. Отбирай. Ой, хорошо тут дышится. Нагулялись. В лесу. Сегодня с утра этот рассказывает, который нас на лошади катил. Горных козлов, не, почему горных? Диких, он сказал, не говорил слово горных, да? Это я уже от себя добавил. Диких козлов. Я, мы еще с Таней шли. Я говорю, смотри, следы, кто-то тут прыгал по сугробам. Это вот были следы козлов. Он говорит, два козла и пять козочек диких. Выскочили, говорит, и убежали. Вот. Лосей, говорит, тут много. Медведи. Медведи. Летом. Сейчас они спят. Чистишь, Максим? Давай, классно ты чистишь. Собрал снег, я вижу. Ты молодец. Молодец. Вика, он вообще конкретно чистит. Дети увлечены работой. Они чистят озеро, да, Макс? Мы дома, мы приехали, назад мы поехали другой дорогой, туда мы ехали через весь город, почему-то не знаю, навигатор так показал, обратно мы по загороду, в общем, доехали, вот, и оказалось, там есть короткая дорога все-таки, не надо было 5 километров через лес по заснеженной дороге ехать, спасибо навигатору от Дубльгиз, который нам такой маршрут показал, ну ничего, так нормально прокатились мы, кстати, вчера, вот. У Вики в школе проходит, что это, ярмарка? Благотворительная ярмарка. Да, благотворительная ярмарка. Дети что-то приносят, кто-то сам стряпает, кто-то в магазине покупает. Потом там все это продается другим детям. Вот, а полученные деньги пойдут там на благотворительность. Таня говорит, я хочу вафли. Вот, а яиц, знаете, почему так много? Потому что они говорят, я тоже хочу вафли, не только на благотворительность, но еще и поесть. Ладно, включай, сбивай. Поэтому, в общем, она пытается сделать сейчас двойную порцию теста, вот, чтобы
часть унести в школу, а часть съесть самой. И детям. Я тоже. Ну, смешнее звучит, что ты сама собираешься съесть эти вафли. Капец, 10 яиц. Вот это рецептик. Да вообще, походу, до утра будем стряпать. Та-та-та-та-та. Вафельница у нас еще малюсенькая, блин. Вообще. Что-то пошло не так. Все, добавив масло, Татьяна поняла, что не влезет у нас. Блин, на одну порцию делать, что вообще. Да вообще что-то, ну. Столько. Вообще капец. Тазик вафель сейчас сделаем. Да какой тазик? Вся кухня будет вафлями завалена. Закидываем. Ладно. В общем, сейчас туда еще муку добавим и будем делать. Так, тут уже красота вырисовывается. Тут удачный. Думали, в чем нести. Вот, нашли только такую вот глубокую тарелку для этих, для духовки. Вот, там. Там ну да. Удачные. Ну как неудачные-то они сидят. Не, ну, просто понятно, они просто там одна секунда есть на то, чтобы завернуть. На второй секунде они уже ломаются. Это я даже без сгущенки делаю. Максим, давай аккуратно. Вот это еще без сгущенки, да. Ну, сгущенку потом запихивают, мне кажется, нет? Или по-всякому? Почему сразу? Ну, что-то, в общем, у нас такой рецепт, на котором они ломаются на второй секунде. Вот, смотрите, как вы думаете, будет удачный или нет? Удачный! Удачный! Да, ну, удачный! Это лишнее, да? Удачный, слушай. Ну, и это потому, что я болел за тебя. Всей душой, понимаешь? Всей душой. Ладно, все, не буду мешать. У нас, по-моему, тесто никогда не закончится, да? Да вообще, не рада. Вот столько мы сделали. Надо было хотя бы на полтора завести. Че вот мы на две-то завели? Не знаю, ты говоришь, давай две. Я, ну, что, две так две. Я думаю, меньше. Я с женой не спорю по таким вопросам кухонным. Ведь мама это кухня. Почему? Нет, мама не кухня. Мама это красота. Да. Ум. Вика, вот знает, чем маму зацепить.